да. Укрупнение на самой ловушной. Давайте 75-й объектив. Панораму просто положим маленькую. Готовились к репетиции, тишина. Начали. Утром с дачи вернулись и вот, квартирная охрана стояла. Не знаю, почему это не сработало. А чего вы мою Дензи достали? Она же как-то не стояла. Нормально. Хочешь сказать, это воры достали ее поиграть? Ну, наверное. Я ее не брал. Поверхность сложная, придется изъять для детального исследования. Петя, хватит ныть. Получишь ты свою Дэнди. Супер, да, было. Недавно приехал в Нижний. У бабушки и дедушки была золотая свадьба. И мне дедушка достает Дэнди из коробки. А ты что играешь-то? Ты отпечатки снял с нее? Ни хрена ты не шаришь. Фишка в том, что этих игр для приставки, ну, дофига, самых разных. Каких хочешь. Вон, видишь картридж? Туда любую можно подключить. А еще в конце кино будет с голой бабой. Я прям такой, да ладно, блин, дед. Моя Дэнди, в которую я играл в детстве. Это, конечно, охренительно. Это, ну, это прям какой-то кайф. Сможешь эту бандуру к телеку подключить и настроить? А то я немножко очкую, вещь не моя, дорогая, там еще наебнется что-нибудь. Это все это становится обратно актуально. И про Дэнди я знал еще до съемок. Воу, это ж Дэнди. А тебе зачем? Ну, по службе. Изъяли как улику. Сыгрануть хочу. Мужик на работе сказал, что если игру до конца пройти, там кино с голой бабой покажут. Да ладно. В трусах прохладно. Ты мне долго мозг долбить будешь. Да, играл в Дэнди, теплый адаптер, все, родители проверяли, все это было. А ты что это тут делаешь? Ничего, я кота пришел покормить. Кота? Какого кота? У меня нет кота. Да, точно, я вспомнил. Захожу и вижу, нет кота. В Дэнди играл? Нет. Ну-ка. А почему адаптер теплый? Мне подарили какую-то такую новую версию, но тоже называется Дэнди, просто вот современная. Сейчас попробуем. Чур я первый. Ой, наоборот, чур я первый. Да, извините. Чур я первый. Сейчас попробуем. А баба красивая? Ну, явно не крокодил. Из плейбоя как минимум. Ну, там вообще все будет. Там порнуха отдыхает. А! Началось! Ну что ж ты делаешь-то, а? Ну куда ты, лохопед? Да я... Блять, все. Поэтому я даже дотронулся до этой Дэнди и поиграл в нее. В эти вот пик-пик-пик-пик компьютерную игру. Дай сюда. Ну я только начал. И сразу кончил. Так обычно и бывает в твоем возрасте. Сдрысни. Дэнди все рабочие, и картриджи все рабочие. Дэнди, в принципе, сейчас несложно найти, потому что делают аналоги, современные аналоги того Дэнди. Да, сразу не надо? Мне кажется, сразу это, ну, типа, караван, вот, ну, как бы... А так тогда это будет, ну, непонятно просто. Она будет секундная, скомканная. Ты можешь потом оставить руки свои. Ну, тут просто еще палец дергается, и типа это, ну, не знаю, как скажешь. Хочешь, уберу? Давай уберем. Приготовились? Тишина. Что с тобой, Яковлев? Ты забухал, родной? Ну, он всю ночь в приставку рубился. В приставку? Угу. А дальше что, в суффиксы окончания? Да нет, Олег Иванович, это игра такая, типа компьютера. А дочь моя играла, как же, Дэнди, я сам не играл, но помню это очень хорошо, эту приставку к телевизору, маленький телевизор, этот бесконечный, типа... Это, Олег Иванович, новая реальность, это будущее, вы должны попробовать. Он дома до сих пор, по-моему, этот Дэнди лежит. Тварь! Ну, как же ты меня заколебала. Олег! Соседей разбудишь. Да хер бы с ними. Ты посмотри, что делается. Я полковник МВД. Она мне бэтшутинг. Псина блохастая. Чтобы сделать сцену с выстрелом в телевизор, пиротехник специально делает посадку на тот объект, который будет выстреливать. Потому что когда стреляется, это не из пистолета стреляют.
Сейчас я ей покажу. Нормы ГТО. Ну, давай. Ну, запускайся, япона мать! А? Бэтшутинг. А как тебе такой шутинг? Все замерли!